Приветствую вас! С вами Наталья. Сегодня готовим вкусное мясное блюдо «Утиная грудка» с овощами. Подготавливаем маринад. Для этого смешиваем чайную ложку соли, чайную ложку смеси перца, чайную ложку паприки, 2-3 зубка чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, соевый соус 3-4 столовые ложки и 2 чайные ложки меда. Натираем утку полученным маринадом. Перекладываем утку в пакет, заливаем маринадом и оставляем мариноваться примерно на полчаса. Можно и дольше подержать. Очищаем и нарезаем овощи. Овощи могут быть любые, в том числе и замороженные. У меня картофель, морковь, лук, томаты и перец. К овощам добавляем соль, перец. Все берем по вкусу, перемешиваем. Сверху выкладываем утиную грудку. Добавляем пол стакана воды. Сверху форму запечатываем фольгой. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1 час. Через час достаем блюдо из духовки. Смазываем грудку майонезом и снова отправляем в духовой шкаф на 15 минут, уже без фольги. Наше блюдо полностью готово. Овощи приготовились, картошка мягенькая. Будем пробовать. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Наталья. До скорых встреч!